Дорогие друзья, и очень кстати, что сейчас на эту сцену выйдет человек, для которого честь, долг, отечество, патриотизм – это не простые слова, а это образ жизни. Встречайте, народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон! Добрый вечер! Считайте, что выступление коллектива Ермоленко, Тори, коллектива Себры, это такой праздничный подарок Москве. Иосиф Кобзон. Мой путь, моя судьба, надежд, ошибок и сомнений. Мой путь, что выбрал я вспомнил вновь без сожалений. Я жил и сладок был соленый вкус аплодисментов, влюблялся и любил. Это был мой путь. Был час, когда упал, и надо мной звенело вьюга. Был день, когда узнал любовь врага и зависть друга. Я шел, я и горько плакал, промчалась жизнь моя. Это был мой путь. Продлись мой путь на светлый миг, на теплый дождь, на птичий крик, на нежный взор, любви и музыку мою продли. Я не жалею ни о чем, это был мой путь. Мой путь, моя судьба, дорога грез, тропинка счастья. Я сам себе судья, и надо мной никто не властен. Пусть мир был так жесток, но жизнь моя была прекрасной. Дай Бог еще глоток. В жизни есть свой путь, как пела ты.